Дорогие друзья, всем добрый день. У многих из вас есть машины ЛК-150, и те, у кого есть, успели полюбить эту малышку. Прекрасная машина, но, как и со многими другими машинами, у нас зачастую возникает проблема, что то, что хотим связать, не помещается в игольницу. И у машины ЛК-150 есть прекрасная возможность удлинить машину. Согласитесь, это здорово, потому что это нам позволит связать наши большие проекты. Двуспальные, даже если хотим, трехспальные пледы, крупные вещи, вещи крупных размеров, поперечно, продольно, как угодно. Что для этого нужно? Всего лишь обзавестись вот таким набором. Этот набор предлагает нам интернет-магазин «Швейный мир». По промокоду Лорейн вы можете получить приятную скидку на покупку этого набора для удлинения вашей машины. Примечательно то, что удлинять машину мы с вами можем абсолютно бесконечно, настолько, насколько позволит только ваша фантазия. Для этого набора достаточно приобрести вот такие блоки. Не обязательно приобретать все сразу. Вы можете докупать по одному блоку и комплектовать вашу машину. Когда нужно будет нажать на кнопочку «Стоп», вы поймете для себя сами. Для удлинения машины вам потребуется вот такой пластиковый блок, игольница. Вот такая градуированная лента. Стоит такая лента без скидки по промокоду Лорейн 480 рублей. Кнопки для игольного ролика. 50 игл, которыми мы, собственно, и наполним нашу новую дополнительную игольницу. Вот такие вот ролики для игл. Вот такой вот крепеж, крепежное соединение. Стоит это крепежное соединение без скидки 300 рублей. Прижимной поролон к ЛК-150 стоит он без скидки 600 рублей. Дополнительная гребенка и крепежное соединение для зубчатой гребенки. И вот при помощи вот такого вот комплекта, вот такого набора мы с вами будем удлинять нашу ЛК-150. Для начала открутим нашу машину от столешницы. Так как нам потребуется с вами ее перевернуть. Для начала перевернем нашу машину и с внутренней стороны выкрутим болты. Вам потребуются такие же болты для сборки нашей машины. После того, как болты выкручены, с легкостью снимаем боковую крышку. Далее откручиваем второй крепеж. Снимаем следующий крепеж. Перед тем, как разбирать и заново собирать нашу машину, нам нужно извлечь иглы. Для того, чтобы извлечь иглу из машины ЛК-150, опускаем язычки игл, приподнимаем за пятку и вытаскиваем иглу. Таким образом, иглы вытаскиваем. Также необходимо нам снять ленту-разметку. Здесь немножечко, честно говоря, посложнее, потому что она приклеена, и нам ее заново придется приклеивать. Поэтому снимаем ее очень аккуратно. После того, как все иглы извлечены с игольной пластины, она легко просто отсоединяется, как конструктор. И здесь мы, кстати, подходим к вопросу, который очень часто нам задавали, каким образом поменять прижимную планку на машине ЛК-150. А вот таким образом и поменять, снять все иглы с игольницы, и после этого поролон легко высвобождается. Для того, чтобы не разбирать ее всю, я хочу вставить по краям машины вспомогательный блок. Ну, если вы хотите полностью заменить прижимной поролон, то вам придется извлечь все иглы и только после этого выполнить замену. Ну а пока же мы берем нашу новенькую игольницу и докомплектовываем ею нашу машину. Вот туда в пазик нужно попасть нам. Она защелкивается и готова. Смотрите, как это было легко, на самом деле и просто. Нам останется удлинить поролон.
И для того, чтобы не извлекать все иглы и не смещать поролон, потому что он расположен довольно-таки плотно в иглах, под иглами. Именно поэтому он и называется прижимной планкой, потому что он служит для прижатия игл. Мы можем сейчас с вами аккуратненько отрезать от этого куска поролона и вплотную доставить наш поролон на игольницу. Но прежде чем это делать, мы берем край от нашей игольницы и доставляем его. И также он просто вщелкивается, как детский конструктор. Теперь то же самое я проделаю с левой стороны. Берем новое крепежное соединение для игольницы. Вставляем то, которое у нас уже стояло. Итак, мы извлекли из пакета нашу прижимную планку. Вставляем ее в соответствующий паз. Подводим ее плотно к предыдущей. Обрезаем. Теперь можно взять наше новенькое соединение и точно так же вставить его в соответствующее ему место и закрутить. Вам понадобится заранее подготовить 8 дополнительных шурупов. Аналогичным образом поступаем со второй стороной. Вначале сняли иглы с самой краевой пластины. И точно так же машину переворачиваем обратной стороной. Сняли с нее крепеж. Освободили прижимную планку. После чего мы можем легко высвободить краевую игольную пластину. Вторая игольница, которую мы будем докомплектовывать. И мы ее точно так же, как детский конструктор, с легкостью защелкиваем. Нам остается с вами вставить краевую пластину, которая всегда у вас будет краевой. Подводим ее снизу и защелкиваем вверх. И у нас есть второй кусок поролоновой планки, которую мы добавляем. Тоже плотно ее подводим к предыдущей. Обрезаем лишние, и теперь мы с вами можем собрать нашу машину при помощи дополнительных крепежей, которые мы приобрели. И нам останется только перевернуть машину и работать уже по докомплектации нашей машины на лицевой стороне. Точно так же мы поступаем, если вдруг в нашей пластиковой машине, например, надломилась или сломалась какая-нибудь платина. Не бойтесь того, что машина пластиковая, потому что вы видите, как легко заменить испорченную платину и испорченный участок игольной пластины. После того, как мы с вами все закрепили, завинтили все винтики обратно, аккуратно переворачиваем нашу машину, закрепляем ее струбцинами. Собственно говоря, теперь нам остается с вами вставить на место иглы, те, которые достали. Когда вставляем иглу, язычки игл обязательно должны быть отброшены. Ну что, друзья, вот моя красавица Элка. Посмотрите, какая она огромная, вот такая вот. Теперь она у меня в полном сборе. И вот это вот чудо, на котором я теперь могу вязать двуспальные пледы, на котором я теперь могу вязать абсолютно цельновязанные изделия сразу, с обоими рукавами одновременно. Готова к работе. Конечно, мне пришлось к ней заказать специальный стол. Вот такой удобный, очень устойчивый стол сделал для меня мебельщик, за что ему отдельное спасибо. Также к своей красавице я подсоединила
Магнитный блок не Steiler Perfol. И благодаря ему я смогу вязать изделия в режиме интерактивного вязания. Вот такая вот лента-липучка, которая, вы видите, очень плотно крепится. С торцевых сторон имеет липучку. Снимаем липучку, вырезаем нужный нам участок, крепим. И несмотря на то, что мой блок прикреплен боком, он прекрасно работает. И вот уже моя машина готова к вязанию первого пледа на ней.